Так, мне судьба дала жену или мужа. Что это значит? Это значит, что есть сила определенная, которая вас держит вместе. Вот, Олег Геннадьевич, я вот что-то не могу от мужа уйти. Я ухожу, а мне что-то назад тянет. Это он меня тянет? Нет, он не тянет. Он сам не может уйти. Он тоже уходит. Ну, чтобы вы знали. Судьба держит. Или Бог. Можно так сказать. Поэтому и нельзя бросать своего близкого человека. Одна женщина меня спрашивает: Олег Геннадьевич, почему мне Бог не дает мужа? Я говорю: вы мужа, мужика своего бросили? Она говорит: бросила. Он, говорю, мучается, ждет вас, мучается, ждет. Так что вы хотите тогда еще? Вот Бог вам дал человека. Она говорит: да не хочу я такого. Ну вот какого заслуживаешь, того и дал. Другая спрашивает: бросила мужа, точно так же, такой же вопрос. Но не ждет, уже нашел себе другую. А мне никого не дает Бог. Я говорю: да вы как его бросили? Она говорит: ну как могла, так бросила. Я говорю: страдал, страдал. Я ей ответил, говорю: вы знаете, у Бога мужиков завались. На всех хватит. Но они у него все любимые. Любимые и дорогие. И если вы этого бросили, какая гарантия, что вы следующего не бросите? Вам надо сначала раскаяться, сначала понять, что произошло, принять свою судьбу, понять, что я больше так не хочу себя вести. И тогда следующий вариант. У всех людей так всегда. Не то, что вам не повезло. Есть еще другая тема у женщин. Некоторые женщины, мы, видите, уже начали говорить о том, как выйти замуж. Некоторые женщины, они вообще замуж не хотят, когда хотят постоянно думать: я хочу замуж. Вот это парадокс. Потому что им очень нравится комфорт наедине с собой. Думаю: Господи, как хорошо. Мне так хорошо вот. А если сейчас... И она, когда видит, вот за ней ухаживает, она говорит: что? Вот с этим? Смотрите, женщина, она как создана? У ней есть любовь, гармония с этим миром. Она такая чистая, аккуратная, такая деликатная, хорошая. Знаете, она так создана, женщина. И что мне с этим дураком жить? Потому что мужчина создан совсем не так. Он активный, такой неаккуратный, неделикатный. Иногда как бы не понимает чего-то. Ему говоришь, говоришь, он не понимает. Мужчина. И любая женщина, вот любая женщина абсолютно боится замуж. Вот любая, я вот 20 лет уже изучаю, любая женщина боится замуж. Всех женщин надо выдавать. Часто ко мне женщины подходят: Олег Геннадьевич, вот я слышала, что вы выдаете. Я говорю: ну давайте рассказывай. Вот у меня есть парень там, вот такой-то, такой-то, вот все, вот вроде хороший, что-то замуж никак не знаю. Я говорю: все, замуж! Она: спасибо, Олег Геннадьевич. Потому что женщине очень трудно выйти замуж, потому что она теряет гармонию с самим собой от этого, от замужества. Ну, вернее, не теряет, а она уменьшается, становится ее меньше, понимаете? Потому что женщина сама с собой очень гармонична. Но рядом с мужем уже тяжелее жить, потому что он не такой гармоничный. Понимаете, теперь женщины, послушайте, если вы одиноки, вы спросите себя в сердце: я готова гармонию свою чуть-чуть уменьшить или чуть-чуть потерять? Если не готова, значит, замуж не получится выйти. Вы помните? Очень важно понять. А если, может быть, у вас дети уже есть, и так хорошо, так, может быть, и не надо. Потому что некоторые думают, что вот замужество — это единственная цель жизни женщины. А на самом деле это не так. Единственная цель жизни человека — это Бог.
А все остальное это вспомогательно, это то, что нам помогает устойчиво жить как-то. В том числе и близкие люди. Мужчина, он не женится из-за греховности или из-за отречения. Два варианта. Женщина, кстати, тоже может не жениться, потому что она стала духовной. Она, то есть, обрела большую семью. То есть она семейный человек, эта женщина, но ее семья – это ее монастырь. Они там любят друг друга очень сильно. Вы даже не представите, сколько это счастья жить в монастыре. Люди не понимают этого. Это закрытая для нас тема. Закрытая. Точно так же мужчины, они могут иметь большую семью. Они могут жить, быть монахами, большую семью иметь. Не маленькую, а большую. Но есть мужчины, которые просто хотят наслаждаться многими женщинами одновременно и ничего им не давать при этом, ничего не давать взамен. Это называется пираты. Пираты, пиратское поведение. И эти мужчины, они теряют себя в жизни постепенно. Они разрушают свою жизнь, потому что все эти женщины, которыми они воспользовались и не дали им взамен семью и детей, они неосознанно, не то, что они хотят, это, они неосознанно проклинают этих мужчин. Эти мужчины становятся проклятыми просто. В чем это выражается? В их жизни нет нормальной работы, вредные привычки, слабость психическая. Человек становится слабым просто, несчастным, замученным и так далее.